в атриуме торгово-развлекательного центра «Акварель» состоялся благотворительный концерт. Его приурочили к прошедшему Дню защиты детей. Организовали концерт для подопечных общественной организации «Виктория» и Ивантеевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теремок». Для социализации детей это очень большое значение имеет, такие концерты, потому что дети расслабляются. Некоторых музыка действует успокаивающе, другим набивает какие-то эмоции, потому что вот не первый год уже мы присутствуем на таком празднике, который посвящен Дню защиты детей. И поэтому вот огромное спасибо всем, кто занимается такими делами. Выступали на концерте исключительно творческие коллективы Объединенного округа Пушкинский. И это неспроста. Такова политика акварели. Тем самым здесь стараются с помощью таких мероприятий дать возможность развиваться именно местным коллективам, повышать их узнаваемость. Чем чаще таких мероприятий, тем детям проще становится вливаться в жизнь, наш социум, и они чувствуют себя увереннее, и то, что они нужны, и также, что им нужны те люди, которые им помогают. Каждый коллектив после выступления получил диплом участника и сертификаты. Это пригласительный на одну персону на холле фестиваль, который пройдет в акварели 19 июня. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.